подпишись на наш канал. Приветствую вас, дорогие подписчики, а также зрители нашего канала. С вами снова The Dog Father, и мы продолжаем играть Rome Total War за Македонию. На высоком уровне сложности. В прошлой серии мы отбили город Фермон. Так. Все идешь, да? Ну хорошо. Дом Брутов что-то предлагает нам. Дайте нам 220 динариев, согласитесь, или мы атакуем. Пошел в жопу. Вот такой мой ответ. Поскорей бы дойти до Карфагена, как-то с ним скооперироваться и разнести этому Бруту его харю, наглую итальянскую рожу. Сейчас же. А тем временем, пока мы отбивались, смерть рыщет по нашей стране. 981 гражданский погиб и 38 военных в городе Фессалониках. У нас мор в Македонии. 26 лет нашему наместнику, и боюсь, он не доживет и до 30. Погибнет от мора, наверное. Но будем надеяться на лучшее. Надеюсь, он не умрет. Так. Против санитарии у нас ничего здесь нету. Так, дипломатические сведения. Германия с Галлией там воюет. Или перемирие, я не знаю, что у них. Вот, Брут опять подошел к Фермону. О, и к Афинам подошел грек, даже с военачальником. Ну, молодец просто. Так, давайте с налогами немножко поиграем. Нам деньги нужны сейчас очень сильно. Так, очень высокие налоги вроде везде. Везде, где можно это поставить. Так, очень высокие. Очень высокие, очень высокие. Давайте построим. Нет, давайте канализацию построим, чтобы, если мор будет перекидываться из города в город, чтобы хоть какая-то защита, но была. Так, Брут, дорогой мой, что ты хочешь, а? Вот так вот. Беги назад. А вот с тобой что делать? Чирк Брут, будущий лидер фракции. Командование 2 звезды. Лошок. Но тем временем он продвигается все ближе и ближе. Я не знаю, на что он рассчитывает. Мы в прошлой серии такую армию разбили. А вот с Афинами что делать, я не знаю, ребята. Что-то он опять там мутит. Посмотрите на это. Ой. Смерть трещит по стране. Еще 800 гражданских полегло от чумы. Это плохо. Обнаружен агент Даки. А где он? Не знаю. Поселение в осаде. Итоги. Сообщение на наборе. Дипломатические сведения. Воюют Галлия с этим, с Юлием Цезарем. Это хорошо. С ними, значит, тоже надо дружить. Смотри-ка. Нас в два раза больше, а автобой предлагает нам 50 на 50. И у нас еще и командование там почти 10 звезд, или даже 10. И все равно 50 на 50. Как так? Естественно, мы будем сами сражаться. По-другому нельзя, друзья. Надо как-то отгонять их. Иначе мы проиграем все, что можно проиграть. Сегодня ладно, скипнем речь. Ждать моего приказа, мой начальник. Легкий копьё. По старой схеме. По старой схеме. Будем выносить всех, кого можно вынести. Кавалерия у нас будет в одной группе. Вторая кавалерия в другой группе. Гоплиты. Соответственно, в третий, а вы так сами по себе будете ходить, помогать раненым, оттаскивать мертвых и все такое.
Так, теперь, что я хочу? Если враг будет прямо спереди по умолчанию, то мы расставим наши конные отряды по флангам. По центру мы разместим наших гоплитов-ополченцев где-то подальше, вот так. Я так думаю. Это на холмике вот здесь. А сзади поставим наших полураненых, полуживых солдатов. Так. Начнем бой. Угу, все понял. Немножко не так мы встали, но это не страшно. Благо я их отвел на приличное расстояние. Кавалерия! Так, товарищи, давайте обходим с фланга и будем зажимать врага по отряду. По крупицам их будем разносить. Кто у тебя есть там? Так, это гастаты, я так понимаю. Это легкая конница, я так понял. Это тяжелая конница, а это боевые псы. Ну, конечно, отлично. Да. Не атакует, стоит на месте. Ну, в этом случае я уже знаю, что надо делать. Надо обойти его сзади. Тогда он начнет шевелиться. Назад, назад, ребята, назад. А теперь добивайте легкую конницу. Клином пошел на нас. Дурачок. Подуди в рог. Отлично, все. Они побежали, строимся. Сколько у него там? 3 человека? Осталось. Как бы мне не потерять македонских всадников, 2 человека осталось. Так, еще одни смертники бегут прямо на нас. Сейчас мы их растопчем, затопчем и сожмем. Чуть назад вернулись, ну ладно. Не хотите, как хотите, ребята. У нас есть и другие добровольцы, правильно? Так, в атаку. Бейте. Что военачальнику достается? А не, нормально, нормально. Уже зажали. Даже не трогаем пока. Бедняга не знает, что делать. Ну, еще одни пошли. Так, назад быстро. Собак спустил? Нет? Нет, еще не спустил. Так, давайте рассредоточим воинов. Назад, отсюда, чуть-чуть. Военачальником. Так, вы, в принципе, давайте военачальника добивайте. Все, спустил собак. Скотина. Значит, этим отрядом будем убегать. Я постараюсь. Легкая пехота. Так, военачальник, дальше уходим. Давайте прямо к нашим гоплитам-ополченцам подведем нашу кавалерию, за которой гонятся боевые псы. И посмотрим, как гоплиты с ними разберутся.
военачальник. О, отлично. Слава великим богам! Вражеский полководец убит! Теперь ужас поселился в сердцах наших врагов. Давай сзади становитесь. Так, что у нас здесь происходит? Добивайте легкую пехоту. Вы, в принципе, тоже вдогонку можете отправиться. Вы их добиваете, а ты где-нибудь здесь постой. Чё там у нас? Да, вроде эти справляются, пикинёры. Конницу мы отведём. Так как за ней уже никто не гонится, поэтому она нам пригодится, и мы будем выносить оставшиеся войска Брута. Один отряд остался. Все, давите его. Давите все. Бедняга. Ну, это победа. Даже не будем завершать, добьем их всех. Я рад, что мы убили их главнокомандующего, военачальника. Я уже не знаю, это какой по счету. Третий, четвертый где-то, наверное, военачальник у Брута погиб. Может быть, этот факт заставит его задуматься и не присылать больше воинов сюда. Да еще и под руководством одного из членов семей. Славная победа! Конечно, славная. Давай назад. Сохранимся. Победа-то славная. Переобучим наших воинов. Легковооруженные копьеносцы, блин, а. Как мне... Македонских всадников, македонскую кавалерию, как мне переобучить, я не знаю. Два человека. Теперь грек остался. Но он уже кавалерию подогнал. Здесь у нас потихоньку построились гоплиты-ополченцы. Так, Афины надо защитить. Из фессалоников я никого не могу вытащить. Пока не закончится этот долбанный мор, эта чума. Мой повелитель? Не знаю, как это реализовано в Rome Total War, но я помню, что в Medieval Total War, если ты выводишь из города, где буйствует чума, какой-либо отряд, то и примыкаешь его либо к другой армии, либо в город, то и там начинается распространение заразы. И гибнут люди. Здесь, наверное, это то же самое. Такая же... Смерть рыщет по стране. Такая же, как бы, система. Только вот успеваем переобучать. Торговец. Изменение роста населения улучшает производство пищи. Давайте пищу. Итоги хода. Минус 39. Объявлен союз Карфаген-Египет. С египтянами мы вроде в нормальных отношениях. Вот да ты что, а ну ты издеваешься. Так, мне надо с этим флотом что-то делать. Надо какие-то корабли что ли туда поставить. Или я не знаю, они приплывают и высаживаются. То есть, им плыть-то недалеко, в принципе. Сапожок вон. Не так далеко расположен от нашего греческого полуострова.
Римский член семьи. Два командования. У тебя тоже два, у этого три. Так, давай тебя возьмем. Вперед! Каких-то парней тебе вдогонку надо дать. Да, стратег. Да, стратег. Возьми кавалерию, она пригодится. Толпу можно расформировать. Наемников расформируем. В принципе, все. Пусть с кавалерией и ходит. Так. Налоги давайте понизим. Да, стратег. Да, 76 золота у нас всего. Блин. Без подмоги здесь будет сложновато. Кавалерия это поможет. Я думаю, лучше к Афинам их отправить, чем к Фермону. Фермон, в принципе, мы неплохо так отстаиваем. А вот Афины, там всегда жопа. Всегда есть шанс и риск просрать город. И последняя битва за Афины у нас просто чудом. Мы отстояли город. Из-за бага. Ну, я не знаю, это был баг или интеллект искусственный такой. Просто не представляю, в чем было дело. Если кто не помнит, то враг стоял у стен, сломав при этом ворота и не заходил вовнутрь. А мы их обстреливали. Возьмите щиты и копья! Наденьте шлемы! Выбросьте страх из ваших сердец! Ой-ой-ой, осадные башни, таран, лестницы, все у него есть. У нас есть кавалерия на подмоге, да? Так. Пельтастов мы выставляем на стены. Пусть они начинают стрелять по врагам и защищают стены, если кто-то залезет на них. А на них непременно кто-то да залезет. Как-нибудь симметрично мы их расставим. Отряд слева, отряд справа. И один лишний отряд. Ну, поставим его по правой стороне. Так как здесь башня. Гоплиты-ополченцы. Естественно, вы будете охранять вход. Прям всех вот сюда в кучу поставим. В принципе, нормально. Ваши подкрепления прибыли. Это обнадеживает. Подкрепления прибыли. Блин, неужели я не выбрал управлять? Нет, выбрал. Хорошо. Я уже испугался. Думал, искусственный интеллект сейчас будет управлять моим подкреплением. Таран вроде поджигается, нет? Ну, по крайней мере, в него стреляют. Это радует. Так, давайте строимся. В одну группу вас надо. Ну, вернее, не в одну группу, а в две группы. По своей старой схеме будем работать. Давайте куда-нибудь поближе к врагу. Подъезжайте. Я думаю, мы справимся. Я думаю, мы отобьем город. Отлично, таран подожгли. Враги уже поставили у стен внушительные осадные башни. Осадная башня живая. Что-то игра подлагивает. А, лестница еще подошла.
Враги уже стоят у стен. Еще есть время для организации обороны. Вот если бы я конных всадников сюда не отправил, вот этих подкреплений, я думаю, мы бы не отстояли город. 100 пудов. Блин, чё так игра лагает? Каплиты ополченцы, если ворота нам не сломают уже, можно их, в принципе, на стены отправить. Еще один отряд вот сюда. Блин, я не знаю, ребята. Игра реально что-то подлагивает. Лишь бы не вылетела. Начальник почему-то убегает от нас. Ну, вернее, я понимаю, почему он убегает. Так, кто нас обстреливает? Надо разобраться с остатками греческих гоплитов, пока они еще не на стенах. Так, один отряд побежал. Ну понятно, 10 человек там осталось. Теперь бьются насмерть. Они даже отступить никуда не могут. Бедняги. Чем больше воинов мы убьем на земле, тем меньше воинов будет на стенах. Покупайте мою книгу великих цитат. Постите в ВК. Забивайте в статус. Так, еще один отряд бежит. Еще один отряд бежит. Что-то это... пугающая статистика. О, и гоплиты побежали. Дети, три человека осталось, и чё? Так, назад. Отряды, бегом! Так, давай попробуем обойти. Только не столкнитесь с ними, пожалуйста. Отлично. Зашли в тыл. И бьем сзади. Этот бедный не знает, что делать. То опускает пики, то поднимает. Не знает, куда идти уже. Назад. А теперь вперед. Вот так. Все, два отряда. Ой-ой-ой, вы что бежите? Господи, что там происходит? Второй отряд побежал. Вы что, серьезно? Вы что, серьезно? Лагает игра, и видите, не всегда наша тактика работает. Ой-ой-ой-ой, что такое?
Что ты будешь делать? Почему игра лагает? FPS прям проседает жестко. Нет, ну вы видите это, да? Давите этот отряд. Так, на стенах что у нас происходит? Вроде отбили. Почему ворота открыты? А, кавалерия забегает. Понятно. Ну что радует, когда отступают ваши воины на карте с городом, они добегают до площади, если их никто не трогает по умолчанию, они возвращаются в ваши ряды, ну и соответственно, если их осталось там больше 10 человек, то они возвращаются, собственно, прямо как сейчас. У нас где-то еще военачальник, вот он. Убежал в самом начале и теперь стоит с холма, наблюдает за битвой. Да, жесткая каточка. Многие наши парни полегли. Особенно вот эти вот пельтасты. Да и кавалерия тоже нехило так потрепала себя. Все отряды у нас понесли серьезные такие потери. Очень вовремя я отправил подмогу сюда. Без этой конной подмоги я бы не справился. Ну, может быть, и справился, я не могу предсказывать, но я почему-то уверен на 90%, то, что нас вынесли бы. А здесь я уже на 80% уверен, то, что мы победим. Даже на 90%. Тут осталось добить вот этот отряд. Мы их в легкую, я думаю, расшатаем. И добить военачальника. Ну, когда военачальник останется, он либо побежит, либо сдастся и побежит, либо просто убежит за пределы карты и битва окончена. Иногда они просто не сдаются, а убегают и все. Так, давайте окружаем. 54 гоплита. В принципе, я думаю, они должны справиться. Так, вы три отряда наступайте. Вы тоже. С тыла заходим. А вы ждите момента. Блин, что-то лагает. Все, наступайте. Ай-яй-яй-яй. Хотя ладно, добивайте. Все, все, все уже. Зажали их жестко. Вообще никого не оставили в живых. Остался военачальник. Побежал. Как я и говорил. Безоговорочная победа. Так, что это такое? Извиняюсь за такие неполадки, ребята. Я не знаю, что произошло, но после окончания битвы у меня почему-то игра крашнулась. То есть, тупо Rome Total War не отвечает. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорого!